Тотальный диктант, школа ораторского мастерства и языковые клубы в библиотеках Перми на этой неделе. С вами программа «Культурный слой» на РБК Пермь. И я, Анастасия Подгородецких. Доброе утро. Сегодня, 12 апреля, в библиотеке имени Горького пройдет очередное заседание клуба «Школа делового общения и ораторского мастерства». Тема заседания – культура делового разговора, активное слушание и эффективные техники работы с вопросами. На встрече обсудят техники постановки вопросов, ответы на некорректные вопросы и что значит «слушать и слышать». Начало в 18:30. В субботу 14 апреля Горьковка и многие другие библиотеки станут площадками проведения ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Диктант проходит по всему миру в один день и ежегодно собирает сотни тысяч людей вместе. Спикерами выступают известные деятели культуры и искусства, политики, спортсмены и общественные деятели. Проверить свою грамотность сможет любой желающий. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции и выбрать удобную площадку. Начало диктанта в 13:00. 19 апреля в 18:30 в Горьковке состоится заседание клуба путешественников и волонтеров. Тема очередного заседания – Куба. На встрече путешественники расскажут свои впечатления об этой яркой стране, и каждый сможет познакомиться с историей и культурой Кубы. Кроме того, в библиотеке состоятся встречи нескольких языковых клубов для изучающих английский в воскресенье в 12:00, для изучающих итальянский в понедельник в 18:30. В течение всей недели в библиотеке имени Горького будет работать общественная приемная. Пермяки могут получить бесплатные консультации по актуальным правовым вопросам. График работы общественной приемной можно узнать на сайте библиотеки или по телефону 236-2099. Это была программа «Культурный слой» на РБК Пермь. Читайте, смотрите, наслаждайтесь.